1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Население России составляет более 146 миллионов человек. По данным специалистов, из них ВИЧ болеет около 900 тысяч. Согласно статистике, каждый час в России заражаются 9 человек. С каждым годом акция «Стоп ВИЧ-СПИД» затрагивает все больше слоев общества. Уровень информированности населения неуклонно растет и в период проведения мероприятий достигает 80%. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, благодаря широкой просветительской деятельности, только в 2019 году почти 42 миллиона россиян, а это 28% населения, прошли тестирование на ВИЧ. По словам экспертов, в 2020 году Всемирный день борьбы со СПИДом – это призыв к глобальной солидарности и общей ответственности, а также к сохранению жизненно важных услуг, поведению и профилактике ВИЧ-инфекции наряду с осуществлением неотложных мер по борьбе с COVID-19. 1 декабря все желающие могли пройти бесплатное анонимное тестирование на наличие антител к ВИЧ-инфекции.